very, very warm welcome. В преддверии двухдневного саммита министров финансов стран Большой Двадцатки, который состоится в Баден-Бадене, глава Минфина Германии Вольфганг Шойбле отметил, что Лондон после Брексита должен оставаться финансовым центром Европы. Правительство Франции призывает базирующиеся в Лондоне финансовые компании переехать в Париж. Не уверен, что мои слова понравятся Парижу, но в наших собственных интересах даже после Брексита сохранить сильный финансовый центр в Лондоне. Мы не можем перенести весь бизнес в Европу, и лучше оставить его в Лондоне, чем работать в Сингапуре или где-то еще. В Лондоне, в частности, сосредоточена почти половина мирового объема операций, связанных с иностранными валютами, в два раза больше, чем в Нью-Йорке. Министр финансов Германии в очередной раз выразил обеспокоенность распространением в мире политики изоляционизма и отказа от международного сотрудничества. Опыт прошлого должен был показать нам, что популизм и протекционизм никогда не станут верным решением. Мы не можем отрезать себя от проблем окружающего мира. И не стоит обманываться, что для решения сложных задач существуют простые ответы. Из решения Великобритании покинуть ЕС многие руководители компаний задумались о возможности переноса бизнеса в другие страны.